Приветствую вас на нашем YouTube-канале Hard-Reset Info. Сегодня хочу вам показать, как выйти из аккаунта Gmail на Google Pixel. Итак, заходим в приложение Gmail. Тут нажимаем на иконку аккаунта. И тут управление аккаунтами на устройстве. Нажимаем. Мы перешли в настройки. Видим наш аккаунт. Нажимаем на него. И нажимаем удалить аккаунт. Ну и подтверждаем. Мы, получается, его удаляем как бы с телефона, а не удаляем полностью. Вот. На этом все. Спасибо большое за просмотр. Подписывайтесь и ставьте лайки.